Вот. Я не спорю, что игра охуенна, но моментами она прям супер кривая, именно ремейк. Не помню, чтобы у меня были такие проблемы с оригиналом. Что ты там бегаешь, дурин? Алло? Алло? Какой же он глупый. Чё мне по оружию, я не помню. Метатель говна есть. Где враг? Уж вроде где-то там был. Ой. Досмотрел. Все, два патрона, кстати, можно все жестко хуярить. И мудак маленький. О! А, вижу. Слушай, это все равно балдеж дикий. А какого хуя? Я думал, это единоразовая акция. Ножку. В жопку мы стреляем. А! Так с этих дебилов падают узлы, это что? Охуенно. Я не против тогда. Расчленять долго, если стазиса нет, то это пиздец. Ебать, это что? А, это провода. Думал, какой-то некроморф новый. Было бы вообще шиза. Ой, это мне. Мне нужно. Как же меня сейчас будут хуярить в темноте? Ну топу я, конечно, арена жестко. Ну да, да. Вручную стрелять только. You want to go out there with all that shit raining down and target the ADS cannons manually? If I get the cannons enough targeting data, it'll recalibrate the system. You got a better idea? Christ. I'll open exterior access. I hope you know what you're doing. Нету. Что, можно показать, куда мне надо? Я не помню, куда идти. Калибровать? Пушечки. Охуеть, спасибо. А? А. Зюк как ноги привязал случайно. Клинок. Иду назад. Можно тогда по карте посмотреть. А я комнату смогу открыть? Эти какие-то пропустил.
Здесь я вроде всех убил. Блядь, закрыто. Кому въебать? Я же слышал кого-то. Точно кого-то слышал? Допустим. Где моё? Где оно? Вот оно. Победа. Я, кстати, только сейчас понял то, что я нормально видосик и на трейлер СХ второго ремейка так и не посмотрел. Бал. Я думал, под конец заглянем. Ой, кул, кем-то что делаешь? Я вот тупую по миску. Амнемно. Издеваешься. Я не помню куда. По идее, мне сейчас надо найти панельку, ну, которая доступна и... Опять не панельку, а кресло. Здесь с него и пострелять. Понял. Понял. Как мне откалибровать эти самые три пушки? А, мне надо на этаж выше. Ты меня куда привезешь? А плакаешь чё? Бро, зачем плакать, если можно похуй? Реально философия Тайлера Дёрдена. Что случилось-то? Здесь я уже был. Блять, Айзек, ты еблан? Скажи мне, пожалуйста. Как сейчас можно было урон получить? Сюда? Сюда.
Опять в темноту. Кстати, да зачем думать? Я, конечно, ничего не хочу сказать, но думать это для нормисов. Надо не думать никогда. Если думать, то можно охуеть от жизни немного. Никого не осталось. Не помню, кстати, что за Эгида 7. А, это планета, я вспомнил. Планета, на которой один из маркеров нашли. Сейчас реально надо думать, потому что я запутался в сюжетке Dead Space. Самую малость. Зона вакуума. Ебать! Ты что делаешь? Вариант не хуярить меня. Бам. Эти куда мне? Не понимал, куда мне. А, вижу. Что ж, астероиды? Болт, таргет. А. Воздуха мало осталось. Я понял, короче, надо пушечку. А. Бедолага чё. Геймплей. Давай, последняя пушечка осталась. Пошел нахер. Кто меня хуярит, вашу мать? Кому въебать? А, вижу. Блин, там забыл. Data migration complete. ADS recalibrated. Auto-targeting systems enabled. Победа? Получается, победа. ADS cannons are online ship-wide. Thank God. Engaging autopilot. Get yourself inside, Isaac. Не флом обратно? I think I figured out our next move. Вроде да.
чё ж ты не можешь этим говном на ходу пользоваться? Меня дверь напугала, ужас. Септ. Бро, это сильно и это пиздец приятно на самом деле. Мне такого супер давно не говорили. Medical is a sanctuary. All survivors, please join us. Nicole, I'm going back to medical. Makes sense. Может, не надо. I'll head to the crew deck and look for survivors from the bridge. I'll be in touch. The crew deck. Wonder if you know something we don't. В смысле, объектива отменена? Не понял. Какие глазки! Боже мой! И глазики. Пошли нахер! Я не увидел, кто там был. Но, возможно, это были жижики. Вы же хочу себе 3D принтер, чтобы сделать такой же резак. Боже мой, вы бы знали. Но я впервые такой ник вижу. Может быть, это твой тайный фанат? Так называемый единственный зритель. Как ты, блядь, жив? А, блин, вот согласен, прикольные молодые люди. Обожаю их. Сюда? Сюда? Лут? Оформляем. Фиксирую покупочку. Хочу больше ребер. Прямо сейчас. Ебать. Шлем вроде только поменялся. А? Нет, нет. Плечики добавились охуенные. Слушай, я тебе серьезно говорю, я, блядь, обожаю вот эту стилистику реберную. Я не знаю, как она называется. Это такой нереальный кайф. Че это такое? А, это топливо. Ну, пару штучек вот этого вот оформлю себе, да. Нихера не видно в темноте, короче, сейчас. А, ну и на плече ребра стали больше вроде как. На спине добавились. На грудаке появились. И... Ну и у шлема третья полоска. Балдежики, короче, тотальные.
мере. Сегодня, короче, пару интересных мест рабочих нашел. ЗП в целом среднее. Если возьмут, будет охуенно. Во-первых, пункт выдачи. То есть администратор пункта выдачи. И во-вторых, удаленка какая-то, связанная с мебелью. Вот я думаю, с первой ЗП я куплю себе телефончик новый, нормальный. На Синкфон, наверное. Слушай, как по мне, это человая работа. Да, я знаю там, какие нюансы происходят, но все-таки. Работа суперчеловая. Я в пивнушке работал, мне, блять, уже ничего не страшно. Если там реально будут платить 40 от 40. Это вообще балдеж. Я хоть там, блядь, 7-0 буду работать. Йоу, бро, это сильно. У меня коммуналка, кстати, 3к в месяц выходит. При том, что, как ты понимаешь, компьютер работает у меня буквально 24/7. Ебать. Я сейчас так охуел от жизни, сука. Чел, лампа. Блять. Я ебал покупать дешевые лампочки кольцевые, это пиздец. Она у меня лежит, типа, да, подключена. И она, блядь, сама включилась. Но это ненормально, нихуя. Я обосрался. Была бы вебка включена, я думаю, ты бы охуел от моего выражения лица в этот момент. Бля, реально фул погружение. Вот здесь видишь теплый свет? И эта сука тоже загорелась теплым светом. Имаджинировать надо ебало. Срочно. Блять. Кому дать пизды? Сломать ебучку. Сколько, блядь, 6к за однушку? Пиздец неадекватно, бро. Это пиздец неадекватно. Ну это реально кошмар. Хотя... Слушай, не спорю, это прям супер ужасно. Где верстак? Я не знаю, честно, нахера я сохраняюсь на каждом сейве, но я думаю, как надо. Йоу, а чё такое? Что ты там пищишь, свинотыш? Как ты, блядь, жив? Объясни мне. Я голоса из стен. Личные будни. I'm so close to finding that missing factor.
Понял, понял. Слушай, может я тебя оформлю? Ну, бро, ну, пожалуйста. Я же вижу тебя хуёво. Я не могу стрелять по ним. Пиздец. Игра не дает мне помочь бедолагам. Можно взять что-нибудь кинуть? Ща. Бумажным стаканчиком я охуел. О! Я, кстати, видел видос, как какой-то мужик метает всякие вещи, и типа он реально кинул стаканчик, который по итогу фанерку врезался. Что, блять? Нельзя в ближнем бою убивать. Ладно. Заговорился. Окей, спасибо. Давай, тебе тоже удачи. Короче, лицо типа, который может бумажный стаканчик кинуть так, чтобы он врезался в дерево. Представься. Как меня заебали эти дети. Бам-бам-бам. Бро, какая жалость. И же они бедолаги. А, у меня патронов нихуя нету. Че, собрался делать без патронов? Самый умный плюс 0 ошибок. Это я. Я в целом думаю, похуй, можно на все деньги. Костюм я новый купил. Если чё, ещё золотая. А, ну вот еще к тому же вот это могу продать. Кстати, надо пилу израсходовать, она меня бесит. Я туда иду вообще, да. Закрой ебальник. Будь любезен. Влазь. Ты будешь на меня нападать, сигната? Нормально. Я больной, что ли, проходить Death Stranding? Это часов 80 минимум. Но я типа могу, если кто-нибудь закажет. А тебя не заебало это делать? Так тебе. В
Просто не уверен, что я смогу осилить Death Stranding. Никуда. Мне на лифт надо. А если здесь был вообще? Походу нет. Это правда. Ну, кстати, в целом можно глянуть, как эту игру спидранят. И в таком случае все душные моменты это скипнуть. Камеру я пока не хочу включать. Рано. Так, вроде нормально. Это правда, это правда. Верим плюс верим. А, ну да, я здесь был, я помню эту надпись. Мне просто интересно, как люди вообще тренят спидран Death Stranding, потому что, ну... Это страшно, короче. Супер долгая игра. Но я типа не знаю, если Death Stranding есть в Game Pass, будет офигенно. Хотелось бы верить. Я ж ни хера не вижу где-то. Спинку ровнее, ну ща похрущу, ща. Надо, короче, дополнительный микрофон купить. ASMR микрофон. И приделать его к спине. Прямо к позвоночнику. Тогда будет по кайфу. Чё ты вздыхаешь? Блин, реально. Серьезно? Есть какой-нибудь лут? Так. И даже никто не вылез. Это да. Чё тут? Спасибо за отслеживание. Мне супер трудно переводить, вот прямо так быстро. Я думаю, надо еще английский поизучать для такого дела. Choking and gasping. Чел час назад сдох, при этом что-то там происходит. Отличный перевод. Рани тебя.
Чел, ну перекур это святое, как бы. Ну типа справедливости ради, не для всех игр есть турсификаторы. Насчет ремейка я даже не смотрел, есть ли он. К сожалению, супер нобик на стримере. Там был уже? Игра выдает стабильные 60, при том, что я поставил DLSS на производительность. Да, да, сейчас для некоторых игр есть трусификаторы, которые сделаны буквально на ChatGPT. То есть тебе в реальном времени чат переводит. А, это шорткат. Ладно. Там перевод, конечно, слабенький, но... Я думаю, пойдет. Блять, но это ведь не та ебучая комната с бессмертным уёбком. Я надеюсь, что нет. Нет, это она. Пиздец, чё. Это буквально мой самый нелюбимый момент во всех хоррор-играх. Согласен, чаты реально мерзкие. Это игра с ограничением для взрослых. Я думаю, некоторым взрослым неприятно будет в это играть. Тут можно материться, тут нужно материться. Это я, это я. Я думаю, зря ты так правую руку свою тянешь. Да, опусти ее, опусти, не надо выше поднимать. Сильно. Сильно. But even if I was to ask, I suspect you're not the talkative type. And I haven't fully explored. Чел какую-то свою выше за дичь заливает. Missing factor. Это правда. Dismemberment. Now I think we're on the right track there. Try and relax, Mr. Clark. Convergence is... Бро, как я расслаблюсь, я заморожен. Maybe... Это мощно, это мощно. Что, может, твоя смерть поможет нам? Я даже готов перчатки снять, выйти один на один. Го? Вы же мудак. Чел чисто позвал своего старшего брата, базу. И чё? А, мне надо просто с этим дебилом развлекаться. Да пошел ты нахер. Ой, а где же ручки? Нет, кстати, всегда было интересно, откуда эта хуйня берет биомассу для того, чтобы снова выращиваться. Че, погоди. А, одна дверь открыта, ладно. В смысле, жалко, он... Вот он откровенный мудак, I think. Мало того, что бессмертный, так еще и регенерирует очень быстро. Да пошли вы нахер, мелюжга.
чаще. Это правда. Это правда. Дед вообще сволочь. Не дал молодому поспать. Блять, все закрыто. Буквально ты, бедолага. Слушай, сори, но я тебе случайно там пару раз все конечности отстрелил. В следующий раз предупреждай заранее. О, блять, за звуки, он же не может быть прямо у меня за спиной. Да не может, ну и хорошо. Ой, да пошли вы нахер, все, не буду я сейвиться, я перехотел. Игра решила напугать меня страшным амбиентом. Какой же мне сейчас пиздец, остальный. Где мой лазер? А сколько вот здесь? Где-то. Давай ножки ему отрежем. Не надо меня обнимать. А тебе похуй? Тогда мне тоже похуй. Как я туда зайду? А, батарейку надо найти. Чего ты такой? Давай ручки тебе опять отстреляем. Въебывался. Батарейка. Что? А. Да, жалость. И самому не надоело, скажи мне. Бедолага. На одной руке ползет. Лут. Старил, надо постукать мобиков. Сиди там пока. Закрой свою ебучку, Бельфебезин. Йоу, спасибо за отслеживание, ням-ням. Блять, не испугался. Я тебя даже не увидел, бро, извини. Ой. Save us!
Трудно было сделать, чтобы он в труп превратился, не? Я бы его расчленил. В смысле, за что их спасать? Их участь была предрешена, потому что они ведают, что творят. Голова, кстати. Чё, обратно идти? Какой же ты бездарное сыкло, ты бы знал. Блять, да пошли вы нахер, молодые. Чё ты там прыгаешь на меня? Да иди ты, знаешь куда? Скажу. Это показатель просто имба. Беда? За. Вот просто какой же конченый выродок. Я не знаю, кто этот уебан кодил эту игру. Просто как, каким нужно быть уебаном, чтобы такие хуевые скрипты делать? Но это же пиздец, это ненормально нихера. Вот что это за херь? Я подхожу сюда, у меня врубается скрипт со скримером. Отхожу. Похуй. Пиздец. Я понимаю то, что разработчикам ремейка было похуй на эту игру, но чтобы настолько, ну это же ненормально вообще. Ща. Я не боюсь музыки, я боюсь херовых скриптов в играх. Потому что они постоянно приводят к софтлокам. Где? Мой кошмар, да, это максимально кривой код. Чё ты там рычишь? Я, конечно, блять, не эксперт, но серьезно? Ладно. Разработчики просто решили, что нахер нам логику. В оригинале ведь тут тоже стекло было, чтобы этот любитель понаблюдать смотрел. Просто
серьезно, вот этот момент, он странный. У нас есть буквально инструмент, который может работать с, по сути, любым материалом, с любой породой. Здесь нельзя два слоя стекла разбить. Обеда. Сейчас мы тебя заморозим, не переживай. Что сделать, спинку ровнее? Да без проблем. Надо, короче, оформить. Лоточек энергосика. И тяжечку с Чароном. Вот это мне. Больше лута нету, да? Ну да, теперь придется уже. Твой охотник, бездарь. Я вот уверен, но он знает то, что Николь уже давно сдохла. Справедливо. Увы, но вода не дает мне энергии. Мне интересно, а как он сам перемещается по кораблю? Мне его тупо сюда надо затащить или что? Или еще что-то сделать? Смешная нарезка маленьких созданий. Ты мудак! Блять, разбей его просто об землю. Вот зачем ты его пнул? Как быстро выжить его. Тело 5 килограмм. Не то. Это нажал. Бегай пока так. Понял, все понял. Конечно, тупой, но я понял. Управляем, короче, стазис. Лютый вкид стазиса. Давай, давай, идем. Кс-кс-кс. Давай, давай, к ножке. Ножки сюда. Сюда. Ну помаши ты своими ручками, ну давай. Я из тебя такое тело сделаю, родная мать не узнает. Эту хуйню, наверное, даже доктор не узнает, ну ладно. Мысли, братан, энергия, жизнь.
Не понял, у меня получилось? Блять, ебучие скримеры. Я вообще в норме. Это буквально камера для мороженых. Можно мне патронов для моего самого любимого оружия? Что-то батареечки пальчиковые. Кстати, а где он? Что? Где он? Он свалил или чё? Зря, наверное, хилку большую сейчас потратил. Пойдем в гидропонику. Не буду я ничего сканить, вы меня не заставите вернуться. Дела издают супер смешные звуки. Ну давайте. Стоп. Сюда пришел. Больше ничего нету? Ну да. Приятная комната. Го. Газинку, но мне нужен верстак. Не, магазин тоже нормально. Это что? Это просто мусор на продажу. Ни одна хилка. Пойдет. Стопа на карте. Как легенду открыть? О. Где Бенчик?
Бенчик это вот эта вот штука, похожа на тотем из Майнкрафта. И бенчик прямо тут, победа. Не, стазис мне не нужен. Еще плазмокатор могу апнуть. Могу апнуть дамаг. Это пока даже трогать не буду. Ой. Какая же нихера небезопасная зона. И чё ты там делаешь, молодой? Чё-то. А подожду. Я подожду, придумай что-нибудь. Ты же хочешь вкусить моей вкусненькой плоти. Бро. Нахер ты грызешь забор? Слабый, слабый. А, буквально причина тряски. Ой. Сейчас надо кинуть ему в моську что-нибудь. Молодой человек, что с ебалом? Я хочу его убить. Сейчас надо найти какой-нибудь мусор. Вот это что? Это урна вроде. Он нереально глупый, в его голове просто ни единой мысли. Да, давай, запинываем его. В смысле? Я хочу его обидеть. Про меня плохие вещи в интернете писал. Где еще мусор? Нужен мусор. Что-нибудь. О, чемодан. Но я забыл про тебя. Ну и хер с тобой. Мне интересно, не хочется со мной как-то коммуницировать. Бедолага обиделся. Жалость, все ящики я уже открыл. Туда иду вообще? Да, вроде. Стори Тейлер. Это я. I'm reading a huge mass in food storage, too big to be anything they grew. It looks like the source of the poison gas. That patient in medical, he said something about creating an enzyme, right? Maybe the scientists left the workstation open.
Я не помню, кто такая Элизабет Кросс, честно. Мне вроде знакома, но, блин, не могу вспомнить. Бедолага. Ну ничего, ничего, ты же здесь, правильно? А значит, все отлично. Не помню, куда мне идти. Молодые люди, можно не надо? Бро, я же сейчас все время буду ровно спинкой. Думаю, это ненормально. Жесть, кто-то высрал кучу жижиков. Кстати, пропаганде юнитологов самое место у параша. I think. Понял. Это правда. Это правда. Я вот сейчас жду, короче, когда на улице станет более-менее тепло, хотя бы, ну, минус один, около того. Да блин, куда ровнее-то, чтобы ходить на турник? Это реально кошмар, потому что у меня перчатки перемерзают к турнику, и это невозможно. Бегит... А хуй побегаешь на самом деле. Вообще все дороги завалены снегом, а под этим снегом лед. Была бы у меня беговая дорожка, я бы не иронично ее под стол просто поставил и бегал. Даже во время стрима. Типа, ну реально, ну это же полный кайф. Ты идешь? Играешь на геймпаде во что-нибудь? Просто мега имба. Какой плиз, лив, пошел нахер. Джейкоб, если ты слышишь это, ты знаешь, что я должен попробовать. Да, жалость. Я думаю, есть смысл засейвиться, я просто не знаю, где был последний сейв. У вас точится светом. Какой ингест? Рос, плиз, лив. А, там по новой голограмма заиграла. Чего нового? Они бы меня хоть предупреждали, когда появляется что-то новое. Чтобы я в магазин не заходил.
Please retrieve enzyme from workstation. Oh. Any luck? Yeah, I finished the enzyme. It's been modified to digest something big. They must have been trying to kill whatever's in food storage. Let's hope it works. Том? А, вижу. Бля, это босс, походу. Я помню эту херню. Ну, короче, коридорчик, да. Там в конце этого коридора огромный анус. Не знаю, как это еще назвать. Ща, надо ухо почесать. Здоровенный. Как вы меня заебали? А, да. Возможно, они об этом еще раньше сказали, просто я прослушал. Самое ужасное, я не помню, как с этой херней драться. Riskier than running out of air? My team has been altered. They're all connected to the Leviathan, breathing out its toxins. That connection goes both ways. Чел просто купил паленый черончик. So if I get to your team and inject them, the enzyme will be carried right into the Leviathan's heart. Bind the Weezers. And they're suffering. And when the Leviathan is weak enough, we bent the bastard into space. Ща, надо патроны купить. А то я посмотрел, у меня там на резак вообще ничего нету. Вот это еще можно продать. Не один модуль. Да. Сейчас я готов. В смысле, я туда пройти не могу? Да, дверку заблочили. Не увидел. Зря тогда, наверное, сейчас закупился. Можно не поливать мне мочи, пожалуйста? Reaper upgrade. Это. О, это мне. Я не знаю, есть ли у меня хотя бы один узел. А, нет, стоп, есть. Чего вот это делает?
допустим. Эти левелы у меня второй, увы. Возьми-то. Девять, найс. Да лага. Как же мне уже не нравится эта локация, она слишком открытая. Как называется боязнь открытых мест? Молодые люди, что с лицом? Как ты агрессивный. Ща-ща-ща. Все коробочки сюда. Ну, на проверочку. Стоп, что? Это за херь? Здоровенная пушка. Что это? Форсган. Нормально. Ну, допустим, я поставлю на четвертый слот. Что вместо этой штуки? Посмотрю, что она делает. Там воняет. Здорово. Только прикольно. Бам. Но эта фигня всего лишь прикольная. Потерял. Yeah.
Ладно, go. Да стрелять-то. Как его убить? Я не понимаю. Он же не может быть бессмертным. Кого использовать? Энзим, что такое энзим? О, блядь, такой энзим, твою мать. Ок, 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 плюс ок, плюс ок. Сейчас, сек, надо пойти в Google и посмотреть, что такое энзиня. Real. Энзим, блядь, заебись. Охуенно. И что мне делать? Энзиме, а не энзим. Фермент. Охуеть, спасибо, я продолжаю ничего не понимать. Что такое, блять, энзим? Походу. Ну я реально не понимаю. Security request retrieved. Hello, security. This is Dr. Crossen, hydroponics. Да, возможно, я тупой. We think it's a rogue asteroid. I have people injured from decompression. We need medics and crowd control right away. Oh my god. What the hell is this? Это я. Реально не знаю. Да, блядь, еще взорвись. А что, блядь, такое энзим? Белковое соединение, которое есть во всем живом. Охуеть! Что мне с тобой делать? Блять, вы конченые. Надо было на него тыкнуть. Заткнись. Не разговаривай, ок? Нет, ну, я, конечно, maybe stupid. Кого захуярить?
Пушная пила. Это я. Ты я. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan? Doesn't she help people leave unitology? Yeah, like my mother. That's how we met. I hope she's okay. The unitologists here didn't like anyone questioning them. And since the captain died, they've all... snapped. А, надо этаж выбрать. Здесь уютненько, кстати. Птички поют, цикада. Че по кайфу? Ну, это было слишком очевидно. Воняешь. Да, в черепушку ему. Дайте дам. И будешь вылазить? А ну вылазь. Кто не хочет вылазить? Какая жалость. Нормальная, кстати, такая хилка. Сколько у меня? Пять маленьких, а одна большая. Сегодня, короче, маленькие по 3, большие по 5. Пока что терпимо. Магазин. Ну это хуйня полная на самом деле, мне эта пушка вообще не нравится. Это вроде патроны, на них можно скинуть. Ну вот так и в целом пойдет. О, новые мобики. Что это такое светится? Если все, то бедолаги. Ведь кто-то навонял.
Сейчас сек. Еще надо закинуться энергетиком. Entering zero gravity. Забавно. Слышу там мобиков, но я не понимаю, что мне нужно сделать. А. Долго тебя ждать. Терялся опять. Вот. Что ты делаешь? Я опять потерялся. Реально прыг делает, слушай. Так, вот это то, откуда я пришел, да? Что мне далее надо? А, вижу. Кто-нибудь? И чё? Вот этим молодым людям реально похуй на гравитацию. И даже не летают. Где мне показалось? Не, мне показалось. Молодой. Кстати, не помню, чтобы в оригинале нужно было так же подходить и каждому вкалывать что-то. В общем, вроде можно было просто убить их, разве нет? Больше ничего нету. Это с собой заберу. Кто-нибудь хочет выебнуться? Вроде нет. Ты это заявил, мне интересно. Куда тебя? Обратно ведь надо, да. Что ты там материшься на своем польском?
Вот не понимаю, надо по мешку стрелять или конечности мы с этим мешком оторвать? Как же быстро эти патроны выпадет, просто кошмар. Да стоп. Грани лагай. Где провода? А что тут помнить? Они же вот тут. Можно только свет не вырубать, пожалуйста? Тебе помогать. Что за херня происходит? Как бы кто-то хочет выебнуться. А. Нормально, я его нашел. Только, блядь, не ты, ненавижу тебя. Когда ты сдохнешь. Чмар. Эти еще новые некроморфы более агрессивные, они прямо мне не нравятся. И ну вот даже раздавить нельзя. Минут через 30, короче, придется закончить, потому что надо встретить маму. Ого, да. Дело важное, Эйфинг. Тут еще где-то какая-то штука должна быть, но я не вижу. Опа. А вон. Как же она смешно лопается.
Кто? Фриц Рик? Кто это такое? Куда? Пойду сюда. Магазин есть. Что такое Фольц Рик? Га, у меня патронов, кстати, на эту пилу. Сколько у меня хилок? Нормально. Ок, ок, ок. Ты там дышишь? Не дыши. Я же ему прямо по конечностям стреляю, но и... Сейчас просто выкину нахер все оружие и оставлю себе только резак. Какое же тупое говно. Это я. Это я. Этот лазер типа супер фановый, но блин, какой же он просто немощный. Валяйся тут, пока я не придумал, куда тебе применить. А нет, вижу. Как хотите. Воняешь. Бедолага. Шесть патронов, ё-моё. Что ж я буду делать с таким богатством? Не показать, что ты живой. Время нарезать.
прикольно, конечно, но говно. Тут что? О. Думаю, кто-то напасть хочет. Ща надо где-то гнойник найти. Меня зовет. Нахер ты это делаешь? Выключи гравитацию. Этого говна мне еще, конечно, не хватало. Да, с патронами я, конечно, жестко обломался. О! Просто уничтожил. С лицом. Да потом запишешь. Эндинов. Узкий походу. Озон.ру, возврат 1 рубль. Ладно, ладно. Допустим, я доем. Хны-хны-хны плюс хны-хны-хны. Мнением. Где гнойник? Я не вижу его. К чего лопнуть? Где он нафиг? Пища. Что, блять, с музыкой она два раза перезапустилась? С эмбиентом, точнее. Нормально так. Скрипты не насрали. Все, можно уходить, что ли, отсюда?
Вижу гнаник, короче, нафиг с ним. Там явно не было ничего интересного, правильно? Я вот не знаю, надо какое-то одно оружие убрать, чтобы мне на это говно патроны не сыпались. Я думаю, мне пила вообще не нужна в этой игре абсолютно. Я резак прокачал и просто радуюсь. Тут патрончики накупил себе на 10к, нормально, по кайфу. А, зря радуешься, мне скоро идти надо будет. Надо маму встретить после работы. Ну, блядь, не надо, пожалуйста. Какие дела? Блядь, ну эта херня просто появилась внезапно. Что ты от меня хочешь? Не помню. На тебя, карачок тупой. Блять, вот бедный Айзек, его только что в стенку хуйнули. Ему вообще плевать. Я думаю, нормальный человек уже отогнулся бы от боли. Чё хочешь? Чё хочешь ты, не понимаю, Я не знаю, где Хаммонд, он как обычно нихуя не делает. Чё ты на меня голос свой повышаешь, Непон? Блин, жестко. Типочек что-то хочет, но не знает чего. База. Чё мне делать? Как мне ему помочь? И опять. Так, ладно, короче, похуй. В том, что уже где-то через 5 минут надо будет выходить. Поэтому, сори, молодые люди, но на сегодня, к сожалению, все.